В одном из интервью ты говоришь о том, что слава, удача, успех прилипли ко мне. Ай, прочитала. Для кого ты создаешь вообще одежду? Я не люблю красивых людей, сразу говорю. Мне нравятся люди с изюминкой. У меня есть одна вещь, и она на весь мир одна. Ты любишь рисовать эскизы от руки. Да. Хоть и все крутят у виска и говорят, что это же колхоз. А мне нравится. Вот у вас продаются футболки. У вас футболки из ткани, из которой шьются трусы для фигуристок. Он такой, в смысле? А ты что такой дерзкий? И мне звонит Пашу. Ты тот самый, да, который много говорит? Да, мы увидели там спортивный костюм Тимана. За тобой сегодня приедут. Есть разговор. Я думаю, нас сегодня вселенная услышит. Пускай. И тогда, поверьте мне, неделя моды будет в Москве.